Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на наушники. Эту модель мы уже с вами видели, однако теперь она апнулась, и это такая следующая реинкарнация. Давайте вместе разбираться, как работают эти не менее крутые True Wireless наушники. Полное наименование данных наушников One More Comfort Buds 2. Это вторая версия данных наушников. Первая была очень популярна, обзор есть на канале. Здесь же работа над ошибками. И в принципе их неплохо прокачали по всем фронтам. Естественно, в комплекте у нас кейс с наушниками, наклеечка. А также есть вот такой QR-кодик на приложеньку и инструкция. Достаточно подробная. Есть USB Type-C кабель для зарядки, а также дополнительный вариант амбушюров, более крупный. Естественно, сам кейс выполнен в двух цветах, в черном и в белом. Выбирайте тот, который нравится вам, например, что тот, что другой, будет немного перламутровый, то есть внутри под лаковым покрытием будут вот такие вот вкрапления, прикольно. Сзади USB Type-C, красненький, мимо не пройдете, в этом плане тоже хорошо. Видно, кстати говоря, даже вечером он действительно ярко-красный. Параллельно с этим все компактно, уложено внутри, есть вот такие приятные светодиоды, и не думайте, что камера неправильно отображает, нет, они вот именно так матово светятся, сами наушнички. Выглядит очень прикольно и необычно. Во всяком случае, я такого у других наушников пока еще не видел. Достаются легко, то есть вы легко можете их извлечь из кейса, закинуть их назад, главное, чтобы все входило правильно в пазы, но в целом достаются и укладываются максимально просто. При этом у нас это именно вкладыши, то есть это не совсем затычки, но на концах есть вот такая прорезиненная основа, за счет чего в ушах они сидят очень плотно, ну на манер AirPods все-таки, давайте сравним, и параллельно с этим еще плотнее, так как дают вот этот максимально вакуумный эффект благодаря резиновой основе. Чего не хватает все тем же AirPods. И получается так, что звук экранирования здесь гораздо выше, чем вы могли бы даже ожидать. Плюс это еще и позволяет немножко прокачивать басы, именно за эффекта вакуума они смотрятся более конкретно. Вот такие вот маленькие у нас стоят изначально, а есть в комплекте у нас другие амбушюрочки, которые более крупные. Ну, тут все будет зависеть от вашей физиологии, от ваших ушей. Насколько вам необходим именно больший размер. Возможно, для вас это будет более удобным вариантом. Такая предусмотрительность от One More — это круто, плюс это как раз вот то самое, что все хотели получить от данного типа наушников, потому что в Lite версии это было. Сидят плотно, так что слетать вот эти амбушюрочки точно не будут. Ну и конечно, давайте перейдем к тому, как они у нас сидят в голове. Я легко их закладываю в уши за секунду буквально, здесь никаких проблем нету, то есть это все максимально быстро. И далее, как говорится, тряси головой, не тряси головой, а в итоге у тебя все равно они останутся в ушах. Посадка максимально кайфовая. И это же еще множится на то, что звук у нас здесь действительно крутой и прокачанный. Они стали громче, они стали более детальные, они стали более басисты, они стали более объемны, что ли. То есть сейчас это вполне себе дорогие наушники, которые ты можешь однозначно советовать всем и вся. При этом ценник у них все еще лояльный. Сенсорная поверхность на самих наушниках осталась, вам достаточно потапать, подержать и в целом будете отвечать на звонок и так далее. Микрофон тоже работает зачетно, слышно вас собеседнику припрелестно. Есть мобильное приложение, там вы можете обновить сами наушники, да-да, они обновляются, то есть у них есть обновление по воздуху, все это дело легко устанавливается, и плюс вы можете донастроить сами наушники постфактум. Здесь есть несколько вариантов, которые вы можете использовать. Ну, первое — это демонстрация зарядки. Есть вариант кастомизировать историю с тем, что вы, например, вытащили наушник из ушей, и, соответственно, он остановился музыку, как будут происходить тапы. Есть гейминг мод, который снижает задержку. Вы можете также добавить, например, различные варианты с эквалайзером. Их тут тоже достаточно много, выбирайте, пробуйте, используйте, и они серьезно меняют всю звуковую картину в целом у данных наушников, что бывает не часто, опять-таки, в этом ценовом сегменте. Есть даже такая фишечка, что вы запускаете всякие там звуки природы, дождя, огня и всего остального, слушайте, наслаждайтесь, получайте максимум удовольствия, их тут достаточно много, тоже круто, я под такое люблю засыпать, например. По итогам One More получилось сделать наушники действительно лучше, они исправили все недочеты, они добавили звука и добавили удобства. Так что теперь это, наверное, одни из лучших вообще True Wireless наушников за свои деньги, что можно приобрести. Тем более, когда мы говорим про средний ценовой сегмент, здесь сложно выбирать какие-то определенные, невероятные крутые. Там есть уже сложившиеся лидеры, и когда появляется нечто новое, реально крутое, способное захватить рынок, а с One More это так и происходит, то однозначно я вам рекомендую их к ознакомлению, ну и останетесь, я уверен, довольными. Актуальную цену чекайте по ссылкам в описании, а также по прикрепленным комментариям. Несколько доп. Роликов тут, нажимаем на один из них, переходим, смотрим, большие пальцы верстаем, внизу есть кнопка, чтобы подписаться, красная должна стать серой, колокольчик два раза жмакаем. Спасибо, что смотрите.
переходите, давайте, не лените, там реально много разного интересного.